Этот дисклеймер прекрасен! Пойду готовить пирожки. Ну так что, поедем в Хотланд на лодочке? Подожди, я вот задумалась. Эти кристаллы в стенах, они не имеют цены в подземелье, но стоят больших денег на поверхности. Может быть, если мы... Понятно. То есть ты предлагаешь стырить кристаллы? Нет, я всего лишь предлагаю стырить кристаллы. Окей, я тоже не против поднять на них бабла, но нам даже положить их некуда. Именно поэтому ты сейчас пойдешь в магазин и купишь рюкзак или что-то типа того. Что? Где я тут найду магазин? Меня это не особо волнует. Я запомню это, Чиара. Здравствуй, лодочник. Лодочница, неважно. Привет. Хочешь прокатиться на лодочке? Да, мне нужно. Ты не знаешь, нет ли какого-нибудь магазинчика поблизости? Знаю один. Могу отвезти тебя туда. Спасибо, выручаешь. Не за что. Это лишь моя работа. Что ж, стартуем. Ну и как мы их достанем? Легко. Берешь что-нибудь острое и выколупываешь. Окей, палка сойдет? Вполне себе. Ну а я буду использовать нож. Ты серьезно носишь с собой нож? Ну да. Я часто покупаю тортики в Хотланде, и мы с ребятами их режем, чтобы поесть. Что тебя смущает? На данный момент меня смущает абсолютно все. Просто выколупывай кристаллы, бро. Не задумывайся о том, что здесь происходит. Мозг сломаешь. Здравствуйте, вы продаете? Конечно, продаю. Все, что хочешь, продам. Мне нужен... Арбузы нужны? Спелые, сочные. Нет, мне нужен... Ноутбук моего производства. Рюкзак мне нужен. Хотя ноутбук тоже не помешает. Ну так чего ты ждешь? Бери оба, скидку сделаю. О, топово. Я принес рюкзак. Ну, наконец-то. Мы уже кучу кристаллов выкопали. Давай сюда. А это что? Это ноут? Ну да, ноут. Какая винда? Десятая. Десятка? Теперь твой ноут, наш ноут. Ребят, так вы будете складывать кристаллы или вам уже на все наплевать? А, да, точно. Что ж, складываем кристаллы и в дорогу.